Всем привет! Сегодня снова расскажу про интересные приложения под macOS. И первый из них — Hides. Программа позволяет скрыть все окна запущенных приложений одним нажатием клавиши. Возможность включить режим Single App. После включения Single App будет работать следующим образом. Всякий раз, когда вы нажимаете на иконку док приложения или окна, все другие приложения мгновенно будут скрыты от посторонних глаз, предоставляя вам более продуктивный способ использования рабочей области. Вы можете настроить Hides с горячими клавишами, что позволит легко очистить рабочий стол от всех запущенных приложений одним быстрым нажатием. OneSwitch – это крошечное приложение, разработанное для повышения вашей эффективности, благодаря быстрому доступу к нескольким важным коммутаторам. Его можно найти в строке меню. Он позволяет переключать определенные функции системы всего парой кликов. Скрыть значки на рабочем столе, переключить темный режим в любое время, ручной запуск заставки, подключение или отключение AirPods и многое другое. По нажатию по значку выпадает меню с выбранными переключателями. Настройку приложения можно кастомизировать панель и количество тех самых переключателей. Aquarium HD Screen Saver. Это приложение превратит ваш экран в красивый аквариум. На самом деле это просто скринсейвер наподобие того, что был популярен в начале 2000-х, а то и немногим ранее. На выбор представлена подборка красивых и продолжительных HD-видео. Сейчас, конечно, на новых экранах Mac смотрится он уже не так четко и качественно, так как тут уже видео, а не 3D. На видео запечатлены акулы, рыба-клоун, синий хирург и множество других красочных рыб. На заднем фоне звучит расслабляющая музыка, звук морских волн и подводного мира. Контекст. Это быстрое и упрощенное переключение окон. Утилита работает с несколькими мониторами, имеет ярлыки для перепорядочивания групп и окон. Утилита позволяет переключаться на окна с поиском. Для этого достаточно нажать сочетание клавиш Ctrl Space. Введите несколько символов из названия приложения или окна заголовка, чтобы отфильтровать список. Нажмите Return, чтобы перейти к выбранному элементу. В приложении присутствует боковая панель для переключения между окон одним щелчком мыши. В настройках можно установить автоматическое скрытие как с панелью пуск Windows. Диск Drill. Изначально программа была предназначена для восстановления удаленных файлов жесткого диска вашего компьютера Mac, внешних HDD, USB флеш-накопителей, карт памяти и других носителей информации. Со временем приложение расширилось возможностью восстановления информации даже с iPhone и Android. Одна из важнейших особенностей программы – поддержка всех файловых систем. Причем восстановление данных может производиться даже в случае, если диск с данными был отформатирован. За время развития приложения появились дополнительные утилиты, такие как создание загрузочной флешки с macOS, создание резервной копии диска, поиск дубликатов и чистка от мусора. Если какое-нибудь из приложений вас заинтересовало, ссылочки на каждое вы можете найти в описании к видео.